Всем огромный привет, большое спасибо, что зашли ко мне на канал. Сегодня будет видео о покупках из магазина Fix Price. Да, я знаю, что вы любите это видео, так же, как и я. В этом месяце я совершила небольшой набег на магазин, и у меня есть как и фавориты, которые я уже покупаю не первый раз в этом магазине. Я хочу в этом видео показать вам новиночки, которые мы успели с подругой отхватить, потому что я хочу просто вам это показать, чтобы вы успели тоже добежать до магазина и успели купить, пока их еще, в общем, не расхватали, и они еще есть в наличии. Но начну я сегодня это видео не с новинок, а с таких предметов личного пользования. В общем, это гигиенические прокладки женские, которые нам необходимы женщинам каждый месяц. Останавливаться на них подробно не буду, но хочу сказать, что в Fix Price эти товары стоят намного дешевле, чем в других магазинах сетевых. Перекресток, Пятерочка, в общем, там эти средства намного дешевле, поэтому считаю, что выгоднее их там брать. Хочу показать чай зеленый от Тесс с клубникой и ароматом белого персика, который просто стал моим очень любимым чаем. Он очень вкусный, и с этим зеленым чаем не хочется есть никакие конфетки, печеньки. Это именно такой приятный чай, который можно попить и посмаковать. Поэтому всегда беру, и опять-таки в Fix Price эти коробочки чая самые дешевые, что есть вокруг вообще в других магазинах. Также мы еще взяли вот такую вот бутылочку, это Тархун. До этого мы брали обычно Дюшес, это Старбар, но Дюшеса в этот раз не было, стоял Тархун, поэтому мы взяли. Они еще не открывали, не пробовали, я не знаю, какой на вкус, но я надеюсь, что это будет вкус действительно Тархуна, вкус детства и не химозный, потому что уже вот Дюшес брали, я знаю, что он хороший по вкусу, поэтому надеюсь, что Тархун тоже будет вкусный. Кое-что взяли из еды, но прежде чем я вам покажу, я хочу немножко говорить сейчас. Знаете, когда я показываю какие-то продукты из магазина Fix Price, мне потом поступают сообщения такого плана, что «А читаете ли вы состав этих продуктов? А думаете ли вы о том, что вы употребляете в пищу и так далее?» Дорогие мои зрители, мне не 16 лет, мне не 10 лет, мне 33 года. Как вы думаете, когда я иду в магазин, я читаю состав, я думаю о том, что я ем или нет? Давайте будем нормально подходить логично к этим вопросам, прежде чем задавать. Я всегда читаю состав того, что я покупаю, смотрю срок годности. Если меня состав устраивает, я беру этот продукт. Если меня не устраивает, я его не покупаю. Но дело в том, что если этот состав данного продукта не устраивает вас, то это уже другой разговор. Нужно ли вам его брать или нет? Поэтому, пожалуйста, не пишите мне подобные сообщения о том, что зачем покупать еду Fix Price или того подобное, в общем. Каждый определяет то, что ему нужно брать, что не нужно. Давайте на этом, наверное, тему эту закроем. Правда, я уже устала каждому отвечать в комментариях на этот вопрос. В общем, повторили печенье Мулинелли. На этот раз взяли вот такие вот с карамельной начинкой. И в прошлый раз брали, да. Они тоже такие довольно-таки вкусные, не сильно приторные, но все-таки шоколадные вкуснее. Но карамельные тоже могу сказать, что довольно-таки вкусные на вкус и не сильно сладкие. И, конечно же, всегда, если есть наличие, я беру вот такой вот чокопай. Это пирожное, наверное, из детства еще у меня такой вот вкус, да, вспоминается. Тогда, на тот момент, это был прям дефицит, и это были только на праздниках какие-то пирожные. В общем, я их очень люблю, приятное суфле внутри, в шоколаде с вкусным, что здесь... Бисквит, наверное, да, печенька. В общем, я люблю эти пирожные, правда. И также они в индивидуальной упаковочке. Их можно также брать, допустим, с собой куда-то в дорогу. Это очень удобно. Так как уже началась школьная пора, скоро у нас начнется труд. И нам понадобится какие-нибудь делать всякие поделки. Взяла вот такой вот набор клея. Это клей здесь ПВА и 3 клея карандаша. Пока я этот клей не открывала, я надеюсь, что клей будет хороший и не сухой, и будет также хорошо клеить бумагу. В общем, буду в процессе нашего учения пробовать, мы будем смотреть, с ребенком делать какие-то поделки. Потом я вам обязательно расскажу, как этот клей вообще, стоит его брать или нет. Мы покупаем обычно всегда тетради зеленые, обычные 12 на 12 листов, в клеточку, в линеечку. В этот раз я пошла куда-то в канцелярский магазин, что ли, я покупала обложки. И мне нужны тетради зеленые. Я спросила, почем стоит тетрадь одна, и мне в магазине сказали 5 рублей.
То есть до этого у них были по 3 рубля эти тетради, и потом, видимо, как начался сезон, начался ажиотаж на эту канцелярию, цены, естественно, подняли. Я в прошлый раз, когда была в фикс-прайсе, заметила, что в фикс-прайсе были тетради по 3,50, поэтому я не стала там покупать прибачку, я пошла в фикс-прайс и набрала. Обычные тетрадки в линейку, обычные тетрадки в клетку, зеленые, сзади также имеются тут всякие прописи, на 12 листов стоят там по 3,50. Вы покупаете 14 тетрадей за 50 рублей. Я набрала и тех, и других, сразу по 14 штук. И я знаю, что этого мне хватит. Ну, хотя бы на ближайшие, хотя бы там, наверное, полгода точно. Ну, естественно, в клеточку то же самое. Все здесь есть, и меры, и таблицу умножения, и также клетка хорошая. Единственное, только вы смотрите всегда, есть линейка косая, узкая. Есть толстые, то есть в зависимости, какая вам нужна линейка, поэтому тут немножко нужно будет поискать. Так что я считаю, что вот в фикс-прайсе стоит покупать канцелярию и не вижу смысла переплачивать. Как всегда, где-нибудь в пакетах теряется что-то еще. В печенье юбилейное, также я всегда покупаю, если оно есть в наличии. В этот раз мы взяли какао с глазурью. Здесь 4 штучки упаковки, мне очень нравится. Детки тоже очень любят с чаем пить. В общем, они у нас улетают, эти печенья. И тоже, если есть всегда, стараюсь всегда брать. Ну и давайте, наконец-таки, перейдем к товарам и покупкам для дома, то, что я вам хочу показать. Первое, что я купила, это вот такое вот зеркало, обычное зеркало на ножке. Думаю, что уже многие видели его у других девочек. 77 рублей оно стоит. И я взяла для того, чтобы делать какие-то макияжи. Смотрите, какой контейнер появился в фикс-прайсе. 99 рублей стоит. Я подобный контейнер, вот даже такого же размера, покупала в других каких-то хозяйственных магазинах почти по 200 или по 250 рублей. Здесь 99 рублей. Девочки, это очень бюджетно. Это очень бюджетно. Причем у нас, кстати, очень такого хорошего, плотного пластика. Здесь у него есть даже вот такой вот, смотрите, рисунок. То есть какая-то там гравировка на нем. И этот контейнер размером 31 на 20 и высота 16,5 сантиметров. Вот, так что обратите внимание, к сожалению, цвета, по-моему, там были только фиолетовые. У него также есть здесь, смотрите, ручка, за которую можно держать и переносить. И здесь также есть вот такие вот застежки, которые закрывают, в принципе, этот контейнер. В общем, это очень удобно. За ту сумму, которую я покупала раньше, один контейнер, можно купить в фикс-прайсе 2, а то и 3. И давайте покажу содержание этого контейнера, потому что здесь тоже лежат товары для дома, которые я купила. В этот раз взяла вот такой вот сухой порошок от Ariel. Здесь в нем 450 грамм. Я не знаю, насколько мне хватит стирок этого порошка, но я хочу просто попробовать и посмотреть, как он будет отстирывать, потому что мне нравится, как пахнет порошок Ariel. Мне очень нравится вот эта отдушка, которая остается потом на белье. Я сейчас купила себе, ну, естественно, не в фикс-прайсе, в другом магазине, купила себе капсулы Ariel, и я просто тащусь от них, правда. У него потрясающий запах. Я очень люблю, когда вот белье пахнет таким свежим, каким-то чисто выстиранным ароматом. Поэтому взяла Ariel, попробовать, как он будет стирать. Он вроде как подходит и для ручной, и для машинной стирки. Посмотрим. Купила Сплат Актив, биоактивная зубная паста, здоровье десен и комплексный уход за полостью рта. Вот такая вот паста. Знаете, я не пойму иногда ценовую вот эту вот политику магазинов. В Пятерочке вот эта же паста стоит 150 или 160 рублей. В фикс-прайсе она стоит 99. Я не пойму иногда, почему так дешево какие-то вещи стоят, которые в других магазинах стоят в 2 раза дороже. Также муж у меня выбрал вот такой вот Colgate, профессиональное отбеливающее. Я такими пастами не пользуюсь, но муж любит. Я только предпочитаю пользоваться Сплатом в основном. Естественно, детская паста с вишней тоже взяла в фикс-прайсе и всегда их в основном беру. Вот такие вот, смотрите, новые щеточки появились детские, зубные. Ультра Дент Kids. Смотрите, какие прелестные, просто обалденные. И они, кстати, там с разным наполнением. Видите, здесь даже в наборе есть вот такие вот игрушки. То есть здесь вот машинка. Тут у меня еще есть тигренок. И еще разные есть мишки какие-то там, киски, в общем, собачки разные-разные. То есть для детей можно даже вместе с детками сходить, и пусть они выберут себе щетки. Щетки всегда нужны, щетки у нас улетают с
со скоростью ветра, каждый месяц меняем, поэтому в запасе всегда желательно, чтобы они у меня были. И, ну, игрушка, опять-таки, это бонус для ребенка. Батарейки пальчиковые всегда беру. Это прям самая, наверное, необходимая и всегда нужная покупка, которая, ну, дома они у нас разлетаются, правда. У нас батарейки вот прям всегда. И еще я взяла, опять-таки, меламиновые губки в фикс-прайсе, 3 штуки. Я постоянно, когда делаю заказ на Алиэкспресс, все время хочу заказать эти губки на Алиэкспресс, потому что там многие говорили, они намного дешевле получаются, чем в фикс-прайсе, но я всегда забываю. И только когда я уже оформлю заказ, до меня доходит, что я опять забыла их заказать. Эту губку я всегда разрезаю на 2 части и таким методом пользуюсь. Я их просто обожаю. Это прям вообще для письменных столов. У меня письменный стол киевский у ребенка. Это прям палочка-выручалочка. Любую ручку, любой карандаш, фломастер, она все стирает, эта губка. Пластиковые окна отмывает. Ну, то есть, вот все, правда. Даже обувь я уже показывала в своем видео, чищу иногда вот этими губками. Так что обратите внимание на контейнер, классный. Уже вроде как не новинка, но... Они были в свое время, потом пропали. Вот такие вот коробки. Тканевые коробки. В наборе здесь их 2 штучки. Размер у них 25-30 на 13, а вторая меньше идет, 12-25 на 13. Это, знаете, очень похожие коробочки, типа как в Икее. Есть такие коробочки. Вот здесь тоже по этому плану сделано. То есть здесь такие вот одна маленькая прямоугольная. Практически ничем не пахнет, но небольшой запах есть какой-то такой тканевый. Вот такая вот. Я взяла в такой расцветке именно в серо-белой, точнее в черно-белой гамме. Там еще была рыжая такая вот коричневая расцветка, но она мне как-то не очень нравится. И поэтому вот взяла вот эту вот расцветку. Есть плотное дно, картон, который будет удобно просто держать эту форму, и она не будет искривляться. И также вторая коробка уже большого размера. Также имеется дно, которое просто вставляем, и все, коробочка готова. Это обалденные просто коробки за сколько? За 99 рублей. Здорово, обязательно покупайте, если хотите в Икеа, я знаю, что стоят по-любому в 2 раза дороже. Так что вот, пожалуйста, бегите, сейчас они появились. Раньше они еще были с разделителями, сейчас вот стоят только такие в наличии. В них удобно хранить белье, носки, кто-то предпочитает, что такие резинки, браслеты хранить, бижутерию. В общем, я считаю, что это очень классная тоже покупка для дома. И именно для хранения поддерживает порядок, то, что я всегда люблю. И последняя новинка, которая просто меня безумно порадовала. И я сразу отхватила 2 штуки. Такой вот контейнер на колесиках за 99 рублей. Девочки, таких раньше контейнеров не было. Он идет, вот они, на колесиках. Здесь идет решеточка, он идет полностью прозрачным, то есть здесь вы видите, что вы храните, что здесь в нем стоит. Посмотрите, какое можно применить хранение к этим контейнерам. Здесь можно хранить бытовую химию, какие-то большие высокие бутылки, да, тут очень довольно-таки такое широкое пространство, и она довольно-таки высокая, то есть здесь действительно поместятся такие именно большие бутыли. Можно хранить на кухне какие-то крупы, макароны, то есть поставить так в коробках, чтобы они тоже все были вроде как в одном месте и не мешались. Можно поставить сюда бутылки подсолнечного масла, соевые соусы какие-то, то есть да, вот что-то такое тоже габаритное, чтобы это было все упорядочено и не разбросано. Мне кажется, это очень классная идея. В общем, я взяла сразу 2 штуки. Правда, это очень удобно поставить, допустим, под раковину для моющих средств, поставить в полку на кухню для каких-то круп. Я считаю, в общем, что это очень круто за 100 рублей. В общем, бегите, пока они есть в наличии. Надеюсь, вам это будет наводка очень полезна и нужна. В конце видео я вам обязательно сейчас вставлю чек, чтобы вы видели, сколько стоит каждое наименование. Сколько общая у меня была сумма покупки, потому что вы часто меня спрашиваете какие-то цены, спрашиваете, насколько вышла у меня вся покупка. В общем, я в конце видео вам покажу чек, и вы, если какой-то вас товар заинтересует, можете просто поставить на паузу и посмотреть.
Это были все покупки Fix Price. Вот такие вот новинки, очень считаю, крутые появились. Так что, девчонки, бегите, пока есть, пока не все расхватали. Я благодарю всех за просмотр. Не забывайте заглядывать ко мне в плейлист. Там целый список уже у меня видео о покупках из магазина Fix Price. Также подписывайтесь ко мне в Instagram. Я очень вас всех жду там. Большое спасибо, что были со мной. Увидимся с вами в новых видео уже совсем скоро. Всех вас люблю и целую. Всем пока-пока.